Иха. Иха. Арх. Оли. Мы идем хулиганить на наше хулиганское поле. Терку я заделал. Теперь после прогулки. Вот они мои. Что ты, жлобяра? Чё ты? Ну, наступит борьба с дикобразами. Их беспредел, который они творят в теплице, нужно прекращать. Поэтому мы съездили, купили. Иха, ты мой красавчик. Вот. Так вот. Видите, про ход лошади, разницу хода лошади и того самого лося. Какой бы высоты снежный покров не был, у лося нога всегда поднимается выше снежного покрова. Причем это он делает он инстинктивно, как мы вот, инстинктивно ловим там, ступеньки, какие-то неровности поверхности. Видите? Иха. Ихонька, мой мальчик. Ты мой красавчик. Ты мой такой наглый. Да? Что ты? Что ты, бычарищ? Опять бычку. Опять бычит. А? Есть у тебя наглость, а? Я сейчас опять по ушам настучу. Вредный лось. Волчата играют со щенками. Муся пришла. Вот она. Муся такая. Муся, да? Ты такая Муся. Опять ты меня жрать начал. Вот. Не звонит. Встают такие все. Что там такое? Какие-то странные звуки доносятся со складов. А вы не увидите за деревьями, а я вижу сейчас. Там рабочие счищают с крыши снег. Это вот за деревьями, там, я не знаю, видно оно или нет. Вряд ли. Хватит меня облизывать. Вы мне сожрать приготовились, да? Два быка театральных. Что ты? Ладно.
Спасибо, что смотрите. И извините меня, что я был там несколько рассержен. Я понимаю, что вы... Ребят, вы... мы все хотим, чтобы было все бац и сразу, да? Но не бывает так, что вот Сергей, вам там выдали, вам там уже штемпель на всю голову поставили, а вы уже все и что-то еще. Ребят, ну, есть определенные политесы, которые приходится разводить, как турусы, и соблюдать, и полная передача этого участка и вот куска соседнего участка возможно только после определенных действий, и там это все тянется. Вот видите, опять быки театральные сетку доминирования друг на друга делают. Хантер ученый сохой. Он тут вот вокруг вот этого хмызника соха бегала, носилась. Хантер такой: оу, ёперный театр, давай побегаем. Как она ему втащила. Вот так. А там уже красные вываливаются штуковины. Все, горе матери с ребенком. Смотрите, любая глубина снега, нога поднимается, когда он задние ноги переставляет, выше уровня снега. Ладно, друзья, пойду воевать с дикобразами. Их беспредел надо прекращать. Вот. Да, мой мальчик. Да, мой хороший.